Леон, я вот тут не очень уверена. Тут фраза, что я хочу быть президентом для всех американцев. А я хочу? Прямо для всех? Может, для настоящих американцев? Да, это годится. А потом мы решим, что я имела в виду. С глазу на глаз я могу убедить кого угодно в чем угодно. Это неправда. Неверно. Вы оба ошибаетесь. Вы правы, вы правы. Ваш штат второй с конца по показателям вакцинации. А когда я стану президентом, вы станете первыми! Я ей понравился. Эта страна с каждой секундой становится омерзительней. Такой электорат мы окучиваем в основном в Фейсбуке. У Кэтрин послеродовая депрессия. Откуда ты знаешь? Стрижка выдает. Я революционер. Я насрала на стеклянный потолок. И это я побрила свою письку в туалете мужского клуба. Хотите перечитать? Все равно это нельзя использовать. А звучит так, будто я кричу с балкона в Мюнхене. Как и Вита. На мой взгляд, в организации существуют некоторые проблемные точки. Прежде всего, в существующей атмосфере стыда люди не отваживаются высказывать критику. Что? Какой долбоклю это сказал? Вице-президент. В Амедиатеке и на телеканале Амедиа Премиум.